Привет. В общем, чтобы пройти дальше, пришлось прийти в исследовательский центр. Без этого туда не попадешь, если на, не на НГ+. И вот когда здесь заходишь, вот через эти ворота так заходишь, так, оператор говорит, что что-то там изменилось, что можно пойти в другие сектора, бла-бла-бла, и вход где-то здесь, рядышком. Но я тут, конечно, прошел эту локацию, нафармил себе кровавого протея, не всего, правда, ну, точнее говоря, нафармил-то всего, а одеть не могу не всего. Кстати говоря, вот эта шапочка, она лучше. Чем кровавый протей даже по защите. У него, правда, устойчивость средняя. А, ну и это. Комплект мышины я тоже взял. Короче говоря, вот сюда надо идти. Так вот выходишь и сюда пошел. И вот это вот как раз. Криомир. Они тут сделали вход другой. Зачем так сделали? Ну, с одной стороны, конечно, прикольно, а с другой стороны, пол игры надо пройти, чтобы DLC пройти. Даже больше, чем пол. Ну, примерно половину. Так, вот, ну вот я сюда заходил, но дальше не ходил. Не знаю, что там. Понятия не имею. Так, у меня импланты стоят сюда. Угу. Ну пошли. Поглядим. Что тут есть? Лифт открыт. А. И вот здесь вот этот был, да? Надо лифт сначала открыть. Так, и это вот этот лифт. Ну да, все. Пойду лут заберу. Что там лежит? Так, как его забрать-то? Ну, сначала туда, наверное. И сюда. Чё тут лежит? Суки. Ну, блин, сучары. Тролли долбанные. Ну сюда, значит, что. Пойду поговорю с этим кренделем. Так, где этот крендель-то? Ну. Ну что еще поменялось? Еще какую-нибудь монстрилу поселили. The search and rescue team is currently hiring. Apply now. So, you're back. Да, да, да. Что нашел-то? So did you find out more about what the hell is going on here? I sure did. It confirmed what I thought. There was a huge surge through the network right before the controls on our chopper went out. Don't know yet what caused it, but I might find out more. In the meantime, there's another thing I need to ask you to do. Please, I need you to try and locate my team. Где они? Any idea where your team is? I just picked up a distress beacon. It's Rodriguez, but nowhere near the chopper. It's coming from way down at the bottom of that sinkhole. If Rodriguez or any of the others are alive, you noticed the fire starter roller coaster nearby, right? Well, just hop in, and I'll send it right down to No Man's Land. Just, maybe don't eat anything too heavy before the ride. Какой у нас план? What was the plan again? You noticed the fire... Well, just... Понятно.
Good luck out there. Такс. Что я могу сделать? У меня имплант стоит вот один. Я его вытащить не могу. Поменять тоже не могу. 64, 73. 3. 3, 3, 3, 3. Будет дырка. 32. А что такое? А ладно, пофиг. Так, вот теперь надо вспомнить, как идти. Я, кстати, пушку прокачал до плюс 3. Ну, теперь она хотя бы их нормально убивает так. Да ты будешь сжать R или нет, блядь, дебила, кусок, ёб твою мать. То жмёт, то не жмёт, хер просышь. Нет, вы задолбали, а? Слышь, огурцы, блядь, маринованные, ёптать. Просто пиздец. Батончики какие-то, огурцы. Хрен пойми кто. Я туда-то хоть иду, нет? Я же не туда иду, да? Блин, я же не туда иду, да? А куда идти-то? Так, правда, куда идти-то? Господи. А, во-во, сюда. Или нет? А, нет, не сюда. Блин, я опять потерялся. Никак этот вход не запомню. Нет, это не здесь. Наверное, через хост-тоннели, что ли, или как она называется. Где эти хост-тоннели-то? Ай. Игрок тоже мне соленый. The search and rescue team is currently hiring. Apply now. Здесь вот. Хост-тоннели-то были. Вот, сюда, что ли? Или сюда вот. ХЗ. Хост-блок, то есть. Блядь. Пока запомнишь эти все проходы, подохнешь. Твою. Спасите меня. Спасите меня от этого говна. Ага, вот. О, я могу открыть. Надо открыть. Чё, где они? Слышь, ты, пончик. Кстати, ни одной еще нет такой штуки. Как она называется-то? А на ядро. Опять не берется. А, взялось.
Ладно. А что тут пищит еще? А. Вот, они, наверное, сюда, да? Слава яйца. Открылась наконец-то. А с другой стороны что? Пойдем посмотрим, что с другой стороны сначала. С другой стороны пончик. Hey, honey. Look, it's not that I don't want a family vacation. If I could take you and Bobby to Hawaii, I would do it in a second. It's just that would you see me in my rig? I mean, how would I fit on the plane? How would I look in a bathing suit, right? But there's another idea. They built this place here on the campus. It's a place for families. It's like an amusement park. Bobby will love it. I mean, it's amazing. They've got his favorite comic book mascots. They even have a roller coaster. Да Бобби вообще в восторге, блять. Правда, мертвый. Но в восторге. Все же, что ли, нет ничего больше. Так, ну, наверное, надо садиться, да? Че, поехали? Окей, опанка, опанька. И чё, прям вот, вот так вот прям, а башкой чё не даёте посмотреть? Клёво. Вау. Чистая сила. Ништяк, поездочка. Ништяк, поездочка. Опять тоннели. Что ж такое-то, а? Ну и где звенит? Это ты тут звенишь? Hi again. This is Chief Engineer Bloom. I've called before. I'm trying to reach the Central Safety Committee about the blueprints I sent over. I just want to reiterate the safety protocols we have in place at Creo World. Our megastructure support pillar is as solid as Fort Knox. 1,000 years, we'll all be dust and that thing will still be standing. Just let me know you got this bit, okay? The job's kind of riding on this passing inspection. Нифига себе, блин. Эти, как она называется-то, господи, я уже забыл. Дроны, такие, как это называется, квантовые, не квантовые, графитовые. Все звенит что-то везде. Фига себе, блин. Они все тут, что ли, такие? Ай, блядь, нет, нет, не падай, пожалуйста. Ну, вот поэтому-то... И заставляли. Проходить, да. Прокачиваться, короче. Да, мрачно тут у вас. Мрачное место.
Тут, конечно, закрыто, да? Вниз. Видишь, кто такой, мать твою? No, not my whole team. Those guys have families. All they ever wanted was to help people. Man, I was really holding out hope some of them would be okay. Well, I guess that was stupid with everything going on out there. Look, if the rest of them are... If they try to kill you too, you do what you need to do. I just don't need to know about it. Okay? You do, you do, do, do. You do, you do, 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 do. Повышение выносливости 4. Прикольно. You do, you do, 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 do. Они, короче, тоже у них шарики за ролики заехали. Он еще один такой же. Шизбанутый. Hello? Hello, can anyone hear me? Hear me? This is SNR officer Rodriguez. Something's happening, something big. Our chopper went down, I don't know what hit it, it got real bad, real fast. We lost Largo and the ops. Helvig was injured, we left him at the crash site to look for help. Me, Eastwood and Norbert, but... Something's wrong. They're acting crazy. Nordberg grabbed a rock and started bashing himself in the head. I tried to stop him, but then Eastwood attacked me. He was trying to kill me. I didn't have a choice. It all happened so fast. Oh god, here comes Nordberg. Ага. Лок, ты гениален. Ты, может, отрежешь что-нибудь уже у них, а? Вдруг что хорошее. Хотя что-то у них ничего и нет, нифига. Орел, а. А, так это... Оказывается, орел-то это не уникальное снаряжение, что ли? Обычное. Так, а что у меня из орлов есть? Ноги есть. Руки, по-моему, тоже есть. Да. Хотя это какой-то другой цвет. Это желтый, это какой-то белый. Так, ну башки, наверное, нет. Ну и туловище, соответственно, тоже нет, да? Башка туловища. Башка дай пирожка. Так, куда идти-то? Ну, судя по всему, сюда. You're close to the Rusty Spring Tower. Maybe you should check it out and see if you can get it going from down there. Ага.
Ну-ка, орел. Дай-ка мне орел. Гони-ка мне орла. Да. Не понял. Какое еще лечение? Эй, алло. Лечение? Аптечки дропать стали? У вас полный запас здоровья. Аптечки дропают. Нонсенс. Так, можно пойти туда, можно пойти сюда. Что бы я выбрал? Я бы пошел наверх, наверное. Нам сверху видно все. Ты так и знай. Что за отстой? Please start by telling us your name, age, and what brought you to Creo World today. My name is Elizabeth. How old? None of your business. And I got dragged here today by my boyfriend because I don't know. Why are we here, Warren? We are here to revel in the wonders of Creo science. And because I want to meet Carbon Cat. What do you love about Creo? And what do you most wish Creo would change? Oh boy, I don't know. I got a good Creo dishwasher at home. And to change? How about you stop selling these stupid Super Mouse t-shirts? Okay, that's enough. Я вижу лут, я вижу лут. И слышу лут. Я вижу и слышу лут. А кто бы сомневался, что там засада. Господи. Где у вас головы? Леталка графитовая, твою мать. Так, как туда пройти? Стоп, или это еще одна? Нет. Графитовый коучик. Графитовый коучик. Графитовый котик. Угу. Ну, ладно. Так, стоп. Куда дальше? Еще выше? Ну, теперь бы я вниже сходил. Глядел, что там. Вот, наверное, туда же ведет. Просто другим маршрутом. О! Что-то у тебя махалка какая-то. Друзья, башки нет? А, о, башка есть. Ага. Ну вот орел, пожалуйста. Блин, там где-то лечилка была. Можешь взять, пойти. Оп. Пси! Лечилка. 10% хп восстановила. Ты дохлый? Хитро заныкали. Ну-ка. Рука орел. Не, смотри. Чё-чё, спасательная. Ни хрена не вижу. Опа. Легионер у меня есть. А легионер лучше или не лучше?
Спасательная галка. Спасательная галка. Ну ясно. Легионер у меня есть, да? Что-то я как-то не заметил, что он у меня есть. Ай, башня ржавой крысы. Заходите, блядь. Хотите сдохнуть? Заходите, блядь. Вот куда идти? Сюда? Хер его знает. Ну давай сюда пойдем. Что тут свистит? Спасательный сокол. Спасательный сокол. Одноручный топор. Понятно. Что-то не оружие, оружие всякого. Что за отстой? Что-то, по-моему, половину из этого оружия не видел. Вау. Это грабли, блядь. Смотри. Ничего такие. Когти. Хорошие. А что за... Что-то, правда, столько оружия какого-то... Неведомо откуда взятого. Но это с роботов нападало. Причем роботы меня били на пол хп, а у меня урон с них 20. Это как понимать? Правда, не прокачанный. Ну пусть 40 даже, а у меня хп 200. Как они меня... 200 с лишним даже. Как они меня могли... бить на больше сотни урона. Так, ладно, все это присказки. Так, сюда меня запустили, заходите, говорит. Можно пойти сюда, можно пойти наверх, да? А еще и вниз можно пойти. Ну, все, понял. А наверху что, интересно? Сейчас какая-нибудь сволочь выскочит из угла. Зуб даю, глаз даю. Ну ладно, как так? Нету никого. Не даю глаз. Не даю зуб. Хрен с ним. Ну что, сюда тогда постается, да? Воспользуйтесь временем, чтобы переместить на другой этаж. Ага. Ага. На другой этаж. Угу. Подождите-ка. Тика, подождите-ка. С этим я понял, да. Тут еще ход какой-то есть. Ёптать. Хозблок. Это шорткат, наверное. Вот это вот очень похоже на выдавалку брони мышиной. А, так тут закрыто. Чувачило стоит. Эй, чувачило, кнопочку нажми там, я войду. Давай, давай, ты сможешь. Эм.
Я отсюда пришел, да? Ну да. И значит, есть путь наверх, получается. Такими вот загогулинами. Ну пойдем сюда, сходим. Блин, яд. Какая досада. Блин, мне бы уровень качнуть. Я бы сюда запихал. Повышение выносливости. Снять ее не могу, да? Кто бы сомневался, блин, вернуться, что ли? Или не надо? Ты кот, что ли, или нет? Вроде не похож. Или похож. Или ты кот и есть. Ну, делся, блядь. Уже за стенкой стоял. Что? А, вон он. Подожди, так это и есть босс, что ли? Не, подожди, я не хочу пока босса. Ой, ёп, твою мать, тебя я еще меньше хочу. Ошибка соединения. Не, ну это не похоже на кота вообще-то. Это, наверное, вон то надо так сделать. Так, теперь вернуться. Ага, и я выхожу к башне. Хрен знает, куда идти. В первую очередь, сюда или туда. Ладно, тот меня не трогает пока. Погляжу, что здесь есть вообще. Кто такой, а? Отвалилось что-то. Все, что ли? Что дали? Что дали? Нанитовый кол. Колю тебе укол. Интересно. Блин, интересно. Все интересно. Здесь интересно. Ну. Блин. Не, я правда бы хотел бы вернуться, конечно. Но где шушка, это вопрос. Пойду-ка я все-таки съездю к крысе.
Может, там у нее шорткат есть. Крыса! Поехали. Подъем. Ну, судя по тому, что это подъем, может быть. А, ну да. Оно и есть. Все, хорошо, отлично. Иду. Чего тут? Теперь я могу пробежать этих запросто так вот. Так. Ой, блин. Сейчас опять потеряюсь, ведь не найду дорогу. Не сюда. Вау! Вау, они мутировали все, ёптать. Они все нанитовыми стали. The search and rescue team is currently hiring. Apply now. Слышь, чувак. Hey, you made it back in one piece. I think your team didn't make it. I'm afraid you might be right. I don't know what to say. Trying to save lives here, not lose them. I guess I'm the last one left in my squad, but at least I can use my skills to. What was the plan? You noticed the fire start? Well, just... ну это я уже слышал. Good luck out there. Да, вот. И сюда поставить вот эту дрянь. Да. И, наверное, я доволен буду. Так, чё? Это восстановление здоровья. У меня, собственно, больше здоровья-то и нету нифига. Чё такое? Выносливость. 6 ячеек плюс 40. Мне выносливости, в общем-то, хватает вроде бы. Так, что мне там надо было прокачать? Вот эта дрянь. 98 будет урона у этой. А у этой 99. Зря они, конечно, не сделали сортировку. Одиночное крепление. Шест. 57. Лоэн Грин. Где его взял? Хер знает. Ну это все для до плюс. Ладно, ясно.
что дальше. А где эти мутированные? Мутировщики. Эй, парень. Воспользуюсь, чтобы вызвать башню на свой этаж. Лифт находится на вашем этаже. Спасибо за уточнение. Ой, ёшкина мышь. Ай. Мышкина ёж. Кстати, я не могу... Блин. Теперь это не узнаю. Ладно, фиг с ним. Блин. Стоп. Чё куда? Сюда. Правда, тут крендель стоит теперь, да? Вояка. Ты? Опух. Опухший крендель. Это резается? Резается. Блять, урона, да, есть. Третий вольфрам дает у них. Сейчас бам по башке. Я так не пойду, идите нафиг. Хотя тут, блядь, неизвестно, где лучше идти-то. А, господи. Алло, гараж. Гаражанин, куда пошел? Да ёп. Натуре. Что-то мне не нравится. Что сделал, бля, придурок, вот эти. Че у меня там стоит, блядь? Дальняя атака. Ближняя атака. В данный момент это действие невозможно. Что? Трое, сука.
парень, ты будешь нормально драться или нет, понимаете? Ничего себе. Ни хрена у тебя, блин, это. Лок. Перестань вести себя как в Dark Souls и первом. Почему он же стрелял по единичке? Теперь не стреляет. Да ну как ты задеваешь-то, блин? Офигеть. Ладно, я что-то открыл. Наверное, вот эту дверьку, да? Center Production B. Хватит меня отравлять. Reading some activity here. Зафиксирована активность. Зафиксировано, да. Еще изминировано все нахер. Или нет? Че? Лечение. Не надо сейчас лечение. Не знаю. И как ты промазал? Лечение надо. Надо лечение. Надо лечение. Давай лечение, давай. Нет, не заминировано. Это так. Непонятные какие-то лазейки. Нафиг они опять все сделали в это? В туннелях. Сделали бы что-нибудь открытое лучше. Что такое оздоровительное? Ой, чувак, тебя не вижу. Лечение. Тролли. Эй, алло, а лечение? Офигели? Ну то ли офигели. Ну ладно, хрен с вами. У меня свои есть. One voicemail recovered from previous visit. Creo. Keeping your memories close to heart. Are you crazy, Warren? Seriously, what the hell is wrong with you? You couldn't look me in the eye for months after the accident. And then you call to say you want to be a lumberjack? Okay, look, I get it. I was with you at that stupid Creo World show. To be able to walk again. I get it, I do. But to give your body over to that company, don't do this, Warren. Creo isn't the answer. Ну, я вижу лут. Пойду возьму. Так. Ты не нужен. Опять, блин, их надо как-то по-особенному убить, чтобы они... хрень. А тебе что надо? Дрянь графитовая. Блин, 4 лечилки, это печально, конечно. Ржавая крыса. Что?
что? Где ты там? Ржавая крыса. Ни хрена у него, бля. Ну сейчас вытащу, не ори. Где ты, блядь, ёптать? Куда спрыгивать? Налево или направо? А, пофиг. Get me out of this! Help! Я ничего не вижу. Никого не вижу. Seriously, please! Чё, плиз, где ты, ёптать? Я зачем сюда упал? Ну я, короче, без здоровья остался. И я упал, походу, в самый низ. А мне не сюда. Ну, троллинг сплошной, что я сделаю. Покричи еще, где-то там есть. Так. Или я здесь не был? Че, почему пышит? Get me out of this! Help! Get me out of this! Help! Слушай, ну тут, конечно, яд пипец, блядь. Я же антияд поставил. Все равно мне. Куда идти-то? Господи, вот ненавижу, когда такое происходит. Нет. Где он? Граждане. Так, может быть, вот сюда. Вот сюда надо прыгнуть. I don't wanna die. Please help me. Я ничего не вижу. Блин. No! Don't kill me! But I'm not as tasty as I look! Ох ты, ёп. Ни хрена себе. Да, это уже во мне не такие пончики. Он сдох, нет? Sniveling
synthetics, they have what I need. I must harvest their power cores to fulfill my ultimate plan. Ah! And then, Iron Mouse will be... Mainstream delete admin port create all. Reboot initiated. Ну чё, у меня здоровье, всё. Ляу, люга, не гусей. Но я походу иду. О, пипец. Пока до босса бежишь, опухнешь, ёптать. Может, шор дадите всё-таки? Эй, я пытался контактировать тебя, но я не мог получить твой сигнал. I picked up a distress beacon from someone down there. Keep an eye out. Подожди, где тут хрен-то, я не понял. Орал. Блин. Им надо тело сносить, что ли, чтобы они лечились. Лечили, то есть. Ага, да. А, тут многоразовое лечение. Понял. Ну и меня это не спасет все равно. Да-да, я вижу. Пищишь. Если мне... Нет, блядь! Нет, блядь! Ну нахуя? Ну зачем? Ну, блядь, ну, ребята, ну нахуя так делать? Ну это пиздец, ну это вообще, ну это троллинг, ну, блядь, ну чистой воды, ну зачем, блядь? Нахуй так-то откровенно троллить, ёптать? Это неинтересно. Понимаете? Так, куда бежать? Сюда вроде. Зашибись, блядь, и башни нет. Шо нахер, блядь? Попадешь по нему, нет, ёптать. Ну, неправда это как-то вот совсем уж. Нахера такой троллинг нужен? Какой в этом смысл, блядь? Петухи, что сказать? Если бы я еще дорогу запомнил, было бы совсем хорошо. Или сюда.
Да не, ну шор должен быть, это слишком далеко. Да ты сдохнешь, нет, твою мать. Так, как я шел сюда, вот сюда, потом куда я шел, потом я шел сюда, так что ли? Так, а где души мои, запчасти? 48 метров. Что? Я уже забыл, где я был, правда. Придется убивать. Или нет? Почему здесь? Падла. И чё? Пришёл, где мои запчасти? Что? Эй, да насрать, ладно, пошли. Похеру уже. Господи, вот они. Твердосплавный спрут. Ух ты. Одиночное крепление. Одиночное, говоришь. Она, конечно, по урону-то пока что уступает. Господи. Ага. Вот это, наверное, шорт и есть, да? Скорее всего. Ну да. А-а-а. Ну да. Ну ладно. Хорошо. The search and rescue team is currently hiring. Apply now. Так, стоп. Что за одиночное крепление? Дайте посмотреть. Вот это, да? Ну, скорость атаки низкая, высокая, низкая, очень высокая. Высокая, низкая, ага. Но урон 87 против 99. Получение энергии 75. Да я как-то не уверен, вообще-то говоря. Так, сколько надо? 24 тысячи. 4 тысячи.
Так, ну-ка, могу я вытащить этот имплант? Где он? Да почему не могу-то? Господи, сколько ж вам надо-то? Ну-ка, снимись. А, 66. Да. А мыша можно вообще прокачивать или нет? Не, мыша, наверное, нельзя прокачивать, да? Ну чё, мыша надевать? Ух. У меня импланты. Мне сюда напихать лечилку. Подла. Iron Mouse. Да блин, опять этой хрени нет тут. Слышь ты. Говно штопанное. Iron Mouse идет на помощь. Так, в какую сторону бежать-то? О, смей. Засохни. Так, ты плохой, я с тобой не буду связываться, вы тут тоже все плохие, идите нафиг. Блин, ну неужели шорты не дадут? А, стоп. Не ждали шорты, я балба. Вообще пипец. Я просто не туда пошел. Нет! Долбоёб, блядь. Все, надо, короче, заканчивать, наверное.
Что-то я сегодня... Вот же шорт, я блядь. Ой. Пошел ты. Кидриня. Ну здесь что? Но, блядь, еще один троллинг ебаный. О, запчасти мои лежат. А, это мне вот сюда типа что ли надо идти? Фигня. Что? Что? Я не понял, а где крыса-то, блядь, стальная? Ржавая, то есть. Спасите ржавую крысу. Как ее спасти-то? Она кричать что-то перестала. Убили, что ли, уже? Чуть поймешь. А, вот сюда надо идти. Нахер. Дайте мне уже до босса добежать. Блять. Опять какой-то проход. Сука. Что это за проход, блядь? Шорткат? Так, то есть я выбегаю из шортката, и мне не направо, а налево, блядь. Правильно? Тут еще херня какая-то. Блин, парень, ты будешь биться нормально или нет? Look at them laughing their asses off on stupid rides with stupid kids. Look at how blind they are. How willfully innocent. No one is innocent. We've all caused this mess by our lazy acceptance of it. Some shiny, slick corporation full of promises and PR. Well, guess what, assholes? Creo's not coming to save you! Так, вон, на этом серию закончу. Следующий продолжим, пока.